Настоящая золотая мечта. Сегодня в шикарном исполнении у нас 8 предметов по одной цене. Это невероятное покрывало, это вот эти волшебные наволочки, это у нас с вами шторы, подхваты и тюли. Все это мы получаем по одной единой цене с невероятной колоссальной скидкой. Вы получаете сегодня бесплатную доставку. Ну и, конечно, вот эта королевская роскошь уплывает прямо к вам. Очень ограниченное количество. Это эксклюзив, поэтому не откладывайте на потом то, что можете сделать сегодня. Выбирайте для себя новую жизнь, дозванивайтесь, все звонки абсолютно бесплатные. Давайте будем выбирать с вами цвета. Золотая мечта представлена в нескольких самых классических оттенках. На кровати мы для вас представляем цвет коричневый, цвет с блеском. Я расскажу об этой ткани обязательно поподробнее, оставайтесь с нами. Светло-коричневый цвет, темно-коричневый и бежевый оттенок. Самые популярные, самые удачные цвета, которые точно вписываются в ваш интерьер. Итак, коричневый, светло-коричневый и бежевый. Так, прекрасный, темно-коричневый. Мы сегодня выбираем три цвета, и сегодня по своему интерьеру вы можете именно подобрать свой цвет. Если, допустим, светлые оттенки, мы выбираем для себя с бежевый, потом если нет, то темно-коричневый. Например, смотри, у нас кровать цвета венги, нам подойдет, наверное, темно-коричневый цвет. Но у нас, опять же, большая кровать, вот как подобрать размер, это очень сложно, тем более, если в комплекте. Размер огромный, мы сейчас обязательно с вами его продемонстрируем. 230 на 250 это смотрите, увеличенный евро-макси размер. Нам не хватает даже рук. Да, посмотрите, для того, чтобы эту мощь показать размером, вы закроете даже нестандартную евро-кровать с бортиками в пол. Так что будет смотреться потрясающе. Это ваш пышный, это ваш необычный, добротный, статусный интерьер. Ну да, Юль, знаешь, я вот такие материалы подобные видела вот в фешенебельных гостиницах, именно на фотографиях, в альбомах, в журналах каких-то очень дорогих. Как такая роскошь попадает к нам сегодня по невероятной цене. 8 предметов и бесплатная доставка. И ткань просто, она, вот, знаете, хочется просто замирать и стоять. Вот. Кстати, ткань, да, ткань с богатой историей. Жаккард на шинели. Шиниловая нить особенная, она в составе содержит хлоп, вискозу и немножечко для большей крепости полиэфирные волокна. Мне очень нравится вообще сама по себе, по тактильности это полотно. Это такая крученная ниточка, сильно-сильно закрученная, нечесанное полотно. Его придумали в Соединенных Штатах много веков назад. Раньше она считалась тканью эксклюзивной. Эта ткань очень прочная, это полотно обивочное. То есть даже самый вот уже плохенько выглядящий диванчик, кровать будет выглядеть роскошно, как будто вы его привезли из Петергофа, из дворца. Ой, слушай, ну а ты говоришь прочная ткань. Вот опять же я переживаю, например, если маме сделаю такой подарок на юбилей, а у нее ведь собака и кошка, они постоянно дерут у нее вот и диваны, и кровать. Такая ткань, Лен, практически не подвержена никаким механическим повреждениям, именно за счет технологии плетения. Но здесь на шине еще и богатый, рельефный, шикарный узор в стиле барокко. Поднимите статус вашего интерьера. Это просто потрясающе, представляете? И это все комплект. Вот эти вот роскошные наволочки, роскошное покрывало. И вот оно, наше оформленное окно, тюль и шторы, и подхваты. Все входит абсолютно туда. В комплект потрясающего золотого набора нашего «Золотая мечта» входит, конечно же, и шторы. Но это практичная роскошь. Именно на это я хочу сейчас сделать акцент. У меня в руках сейчас вариант темно-коричневый. Мне очень нравится его глубокий шоколадный оттенок. На нем особенно шикарно выглядит вот шелковая нить, в которой создан богатый рельефный узор жаккардовый в стиле барокко. Вы выбираете золотую мечту, вы исполняете сегодня вашу золотую мечту. Да, действительно, это мечта самый красивый интерьер. Да, самый красивый интерьер, мечта, Юль, каждой женщины. Вот каждая хозяйка стремится сделает свой дом богаче, уютнее, красивее, конечно, роскошнее. Сегодня мы это можем сегодня сделать. Наша мечта сегодня исполняется. Вот эффект, знаешь, я не знала, что такое шинель до сих пор. И свои ощущения рассказываю. Эффект такого добротного, тяжелого бархата с шелковыми нитями смотрится действительно очень дорого. И мне хочется сразу спросить еще и про качество, насколько это прочный материал. Эта ткань очень прочная. Да. Она считается обивочной. Ткань, которая не пропускает солнечный свет,
который обладает роскошной фактурой, нечесанное полотно хлопка вискозы, еще и с добавлением шикарных жаккардовых элементов из шелковой нити. Это очень сложное плетение, дорогая технология, которую придумали в Соединенных Штатах много веков назад. Эта ткань считалась эксклюзивной. Если вы делаете выбор в пользу золотой мечты, у вас безупречный вкус, у вас просто будет квартира как дворец. Такая ткань, она портьерная, она используется в Большом театре, в дворцах. И мы посмотрим сейчас обязательно вторую сторону. Так, вторую сторону очень интересно. Посмотрите, какая красота. Вот такой будет вид из вашего окна с улицы. Но вы выбираете, я напоминаю вам, это комплект, это 8 предметов, это и огромное покрывало, и декоративные великолепные наволочки, две портьеры с подхватами, и тюль тоже входит сюда. Скажи, Юль, а наши шторы, комплект, это готовое решение, оно посажено уже на ленту шторную? Да, это готовое дизайнерское решение. Более того, у нас в комплект входит не только портьера с подхватами, но и тюль, на который я очень хочу обратить ваше внимание. Это трехметровая, необычная, нитяная жаккардовая органза. Вот я всегда говорю, что статус ткани определяет статус изделия. Все мировые дизайнеры, вот сейчас закончился во Франции 2 месяца назад интерьерный салон. Да. И мировые дизайнеры сошлись во мнении, давайте в этом году больше обращать внимание на ткани. Именно поэтому для этого комплекта собраны самые красивые ткани в мире. Вот что могли дизайнеры для вас сделать? Паутинку органзу на канте утяжелителя. Трехметровый тюль в комплекте. Ну, я считаю, что статус хозяйки дома всегда определяет, Юль, вот если как мировые дизайнеры показы определяют, а статус хозяйки именно определяет роскошный интерьер. Если вы хотите, чтобы ваш дом был по-царски красив, все с модных подиумов, все с последних показов, все самое лучшее в вашем доме, это все в комплекте «Золотая мечта». Вы получаете роскошное покрывало на кровать огромного размера, которая, между прочим, редко найти в магазинах. Две наволочки, посмотрите, декоративные. Как они смотрятся, как они вышиты золотом. Но это еще не все. Только три вещи я назвала из комплекта. У нас с вами уже готовое решение на окно. Это две портьеры с подхватами. И тюль тоже входит в набор. 8 в 1 в наборе «Золотая мечта». Успейте дозвониться прямо сейчас и оформить свой заказ. Просто отложите роскошь для себя. Платите в любое удобное для вас время. Ну что ж, как сделать интерьер особенным? Как его преобразить, не делая больших затрат временных и денежных? Решение у меня в руках, решение на вашем экране. Это набор в гостиную «Золотая мечта». 8 элементов, готовое дизайнерское решение из одной из лучших, красивейших тканей в мире, шинил на жаккарде. Я еще раз расскажу, пока мы с вами вот так крупненько можем смотреть на переливы ткани. Что же такое шинил? Это обивочное полотно, но при этом мягкое и приятное тактильно, собранное из специальных крученных нитей хлопка, вискозы и полиэфира. Это смесовое полотно. Очень прочные, крепкие и надежные. Давайте я вам продемонстрирую, насколько эта ткань прочна. И при этом она мягка и изысканно визуально. Это эстетическое удовольствие. Это для вас, текстильные гурманы. Мы очень рады представить вам шикарную ткань с многовековой историей. Много веков считающейся эксклюзивной. Сегодня вы можете позволить себе. У нас поступает очень много звонков. Из Ногинска до нас дозвонилась Татьяна Ивановна. Так, каким вопросом? Потрясена просто она нашим набором. 8 предметов, говорит, по такой цене, девчонки, это просто действительно исполнение мечты. Единственный вопрос, она услышала тоже название шинил. Да. Говорит, легко ли за ним ухаживать? Что это такое за зверек? Абсолютно никакой это не зверек. Это технология плетения шиниловой нити. Наши уважаемые покупатели, кто сегодня выбрал этот комплект, знаете, что вы бы сделали, во-первых, прекрасную инвестицию в собственный уют. Никакого абсолютно сложного ухода, никакой химчистки. Эту ткань можно стирать в машине вручную, как вам нравится. В любом случае можно стирать дома. Машинная стирка тоже допустима до 40 градусов.